Всем привет, ребят. Еще раз, ну что, у нас очередная темка есть на Китайке. Сейчас вам покажу. Здесь уже запустилась акция замковладельца. И покажу вам плюшки, которые нам будут давать. Действительно, довольно такая неплохая акция. Вот так вот она выглядит. 100%, ребят, 100%. 4 дня есть забрать Анубиса. Все-таки Анубиса дадут всем. Браво, IGG. В общем, у всех будет Анубис, ребят. С чем всех поздравляю. Супер. Помимо этого, есть дополнительные акции за самоцветы, как видите. То есть, надо копить самики. 23 часа дается. Можно стирачку купить за 411. Довольно-таки неплохо. Берсик. Не знаю, или это будет на русском, но довольно-таки неплохо. За 4000, ну и сундучки первого уровня за 41. Это обалденная акция. Также питомцы, как видите, думаю, скорее всего, вот добавили опять питомцев, будет прокачка. Дальше уже и в ближайшие обнове откроют. Если не в этой, то в следующей точно. Ну, в общем, здесь все остальное по стандарту, дешево и сердито. В общем, первые сундучки замка, я считаю, неплохая. Плюха 4 штуки за 41. Отлично. Ну, стирачка такая. Ну, все равно 411. Многие не могут словить. Но реально это очень-очень неплохой подгон. Ну, а берс это, конечно, вообще просто жесть. У кого нету берса, тратьте самики, забирайте на тыковку однозначно. Так, что у нас еще интересного есть? Сейчас посмотрим по китайке. Так, здесь акция, это у меня уже, я уже не знаю, сколько она висит. Кстати, попытки не сгорают. Смотрите, попытки у меня было, две попытки, так они еще и держатся. Странно. Так, сейчас посмотрим тут. И у нас там есть уже акция замковладельца по поводу... Вон, ну блин, Анубиса дают бесплатно. Вот это реально кайф. Так, что тут у нас? Ну, тут у нас, как обычно, куча всего. Понятно. Что еще по акциям? Ну вот дешевый, посмотрите, вообще супер пак, я считаю. Что у нас тут? Сейчас уже все пролистаю. Так, тут у нас яйца, тут у нас. В общем, неплохая будет обнова. Это даже не обнова, ребят, это еще до обновы не дошло. Так, и вот она. Вот она, акция «Угадайка» называется. Сколько? 9 дней она длится. Почти 10. И вот что мы можем получить. Фон. Фон на 24 часа. Неплохо, но остальное все говно. А вот фон это радует. То есть у вас есть возможность выиграть фон. Отлично. Поехали, попробуем. Бум! Дайте еще! Не понял, а к чему тут волны? Пройди волну, дадим еще, что ли? Ну, давайте. Ради интереса так разгонимся. Ее, конечно же, не обязательно проходить, но мы уже пройдем. Может быть, помните, как было у нас в этом, типа, три этих и получишь. Ну, за 10 дней есть шанс получить, это очень круто. Интересно, фон реально очень топовый будет. В общем, такие вот перги, ребят. Я считаю, это реально трешечок. И реальный подгон. Это IGG.
Так, отлично, идем сюда, смотрим. Нифига, непонятно. 1-1 я выполнил, а что дальше? Не дают, видите? Ну, в любом случае, надеемся, что мы его вытащим. 10 дней на это дается. Кто его знает? Ну, зная IGG, возможно, на китайке еще и вытащите, но на другом сервере я не знаю. На русском это, как обычно, знаете, будет какое-то западло. Так, тут уже добьют, и думаю, завтра можно будет бить архидемона. А что у нас там? Битва гелий. Ой, тут уже начинают проходить меня. Все очень жестко. 500, 600, 500, 623. Ты какой он жесткий. Вы посмотрите на него. Это просто жесть. Нереально, нереально жесткий. Вы посмотрите, что он там делает. Так, вот так вот. Такая вот битва гильдии на китайке. Снимать даже, в принципе, нечего. Надо будет прокачать гарнизонных героев. И потрошевать ими. Ну, в общем, пишите в комментах, что вы думаете, ребят. Я считаю, это реально очень кайфовый подгон будет. Нереально крутой подгон. И мне это реально нравится, то, что они хоть что-то уже начинают делать для людей. Ну, как для людей? Для донатов, как обычно, в первую очередь, а потом уже без донатов. Так, давайте добивать это здание одно. То я не вкурил. У меня наушники там стоит. А я думаю, что такое? Что-то не то. В общем, не знаю. Блин, Анубис, ребят, Анубис будет у всех. Это просто эпически, эпически круто. Ну, за это IGG, конечно, спасибо. Чего вы не делаете такие акции каждый месяц? Там, например, огника не дарите. Думаю, все бы не против были. Ну, хоть так. Не знаю, возможно, будут еще какие-то подарки от IGG. 10 дней все-таки. Ну, не знаю, как везде, опять же, но я надеюсь, что будут. Та-та-та-та-та. Это странный топ был. 522. 550. Вот так вот, ребят, проходит битва гильдий. Посмотрите, как миссает Космо. Прикольненько, да? Мне тоже нравится. Какая-то странная у него раста, кстати.
В общем, вот так вот по фасту зафармили битву гильдии. Все, пишите комменты, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.